В этом году двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко занял пост официального посла Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по Омской области. И одной из своих обязанностей в новом статусе известный спортсмен посчитал прохождение всех испытаний. Причем он изначально поставил перед собой цель выполнить нормативы именно на золотой знак. О том, что оказалось самым непростым для олимпийского чемпиона, Алексей рассказал на пресс-конференции, посвященной подведению итогов реализации комплекса ГТО в текущем году. Скажу, что не просто вот в моей подгруппе, вот из основных нормативов, три основных, бег, подтягивание, подтягивание и наклоны. Из основных самое сложное было для меня бег 3000 метров на время. Вот. И хочу сказать, что я никогда не отличался быстрым бегом. Даже в команде, когда мы были и готовились к Олимпийским играм, у нас тоже были сдача нормативов, да, кто там больше отожмется, там, подтянется. Там. В том числе был бег 3000 метров. И я в норматив никогда не укладывался, необходимо для нашей сборной. Вот, конечно, был намного быстрее, надо было бежать, чем в комплексе ГТО, но тем не менее, вот, я еще давно и не бегал. Вот, и узнав, что было как-то у нас такое объединенная сдача массовая с Министерством спорта нашим, вот, узнав эту дату, я еще буквально за неделю думаю, дай попробую вообще, как бы реально мне в 3000 метров в это время уложиться на золото или нет. Вот. Благо у нас там, где я работаю, тут на Певцово один рядом стадион «Динамо», я вышел, лето было, пробежался, устал очень сильно. Не хватило мне до золота, наверное, минуты полторы или две даже. Вот. Я понял, что, скорее всего, я на золото не уложусь. Вот. Но так как я бежал один, я уже потом проанализировал, да, когда пошел сдавать ГТО, и ну, там все-таки соревновательный эффект присутствует, ты не бежишь не один, там, за кем-то. И как-то в компании, наверное, бежать людей проще, там, за кем-то пристроился, кого-то там догоняешь, от кого-то наоборот убегаешь. Вот. И тем самым я считаю, что вот, и мой пробный забег мне как бы помог свои силы как-то более грамотно, наверное, распределить. Вот. И тот эффект, что я не один был, а у нас была группа сдающих, позволило мне прям секунда в секунду уложиться именно на золотой знак. Также на конференции Алексей официально получил удостоверение и заслуженный золотой знак отличия из рук заместителя министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Алексея Фадина. В дополнение, что хотелось бы, да.